Хотя сейчас даже выходить на улицу не хочется. Завтра в регионе ожидается до -39. Не пугайтесь, конечно, не на всей территории. И не днем, а ночью. Максимальное понижение температуры будет в Усть-Кутском, Кирицком, Катманском районах. Но жители областного центра тоже померзнут. Как иркутяне привыкают к зиме, узнаете из следующего материала. Сегодня утром Виталий не смог завести машину. Замерз двигатель. И все из-за резкого похолодания. В области установились зимние температуры. Чтобы спасти авто из морозного плена, пришлось обратиться в специализированную фирму. Все, давай, дуй. Виталий не единственная жертва коварного минуса. Компании по отогреву машин сейчас делают на морозе неплохой заработок. Один вызов – 1000 рублей. В ночное время – 2000. Утром забираются, звонят. В обед потом звонят. Потом вечером кто-то пришел с работы, кто утром не завел, тоже звонят. Те, кто не смог завести машину, едут по делам на общественном транспорте. Пассажиры иркутских трамваев замерзнуть не должны. Все 67 вагонов подготовили к лютым морозам. Ноу-хау местных инженеров сохраняет тепло в транспорте. Она дует под 12-15 градусов под углом на пол, перекрывая доступ для обмена воздуха. Угу. Все, холод сюда не приходит, тепло отсюда не уходит. И в салоне достигается нормальная, комфортная для пассажиров температура. Ноябрьские холода проверяют на прочность тех, кому работать приходится на улице, к примеру, сотрудников ДПС. Для того, чтобы ничего себе не отморозить, коллеги сменяют друг друга каждые 15 минут. Один греется в машине, другой дежурит на улице. Кроме того, с приходом сурового минуса правоохранители перешли на утепленную зимнюю форму. Комфортная температура на улице сейчас кажется, пожалуй, только малышам. Они постоянно в движении. Детсадовцы гуляют в любое время года. От резкого похолодания время прогулок не сокращается, так как родители знают об изменении температуры. И поэтому одевают детей тепло. Тепло в наш регион еще вернется. В эти выходные дневные температуры поднимутся до нуля. Но расслабляться нельзя. Зима уже окончательно пришла к нам. Сейчас, конечно, климатическая температура среднесуточная немного ниже нормы. То есть нормально это 9 градусов, минус 9 градусов. А вот последние два дня стоит минус 15 среднесуточная. Кому сейчас не холодно, так это, наверное, собакам. Они надели утепленную шубу тоже. Так что берите пример с наших четвероногих друзей. Доставайте из шкафов шубы и утепленные куртки. Юлия Шинкарюк, Виктор Черкашин. Новости по будням.